еще Рождество Христово, когда мы в ожидании Нового года. И мы хотим прославить нашего Господа, потому что Он тот, который родился на этой земле ради каждого из нас. И Он есть тот камень твердый, который создал в нашем сердце очень твердое основание. И псалом, который мы будем петь, он звучит как колядка, и он будет звучать на молдавском языке. Может быть, не всем понятный язык, но я хотел бы рассказать немножко о сути этой песни, этой колядки. И он говорит о том, что наступило это время Рождества, и что Иисус Христос родился в яслях, родился в Вифлееме, как рассказали, как написано об этом в Писании, и говорили нам об этом пророки. И мы будем петь этот псалом, и дальше он говорит, что мы должны все придите к Нему и поклониться на коленях перед нашим Господом, чтобы воздать Ему славу, чтобы впустить Его в нашем сердце и праздновать это Рождество нашего Господа. Мы споем этот псалом. Отцо сит крачуну, Отче букурием, я теке Мария, наш тепе Мессия. Интромике есле, кярым Бетлеем, дупе кум професи спуне Мануел. Е крачун, уамени спун. Je Krečun, Krečunu, Bum Bukurije de Krečun. Dumnezeu mi-a iubit de-un pe Fiul Său. Je Krečun, Krečunu, Bum Bukurije de Krečun. Hai cu noi la iesle, se îngenunchem. Fața acestui Fiul de Dumnezeu, adu-i astăzi darul chiar inima ta și cânte într-una de nașterea sa. E Crăciun, e Crăciun, oamenii îmi spun. E Crăciun, Crăciunul bun, bucurie de Crăciun. Dumnezeu ne-a iubit de-n pe Fiul Său. E Crăciun, Crăciunul bun, bucurie de Crăciun. Fiul va fi mare, va fi împărat, vrea să mântuiască lumea de păcat. Vrea să curățească și inima ta. Azi când e Crăciunul spre salvarea ta. E Crăciun, e Crăciun, oamenii îmi spun. E Crăciun, Crăciunul bun, bucurie de Crăciun. Dumnezeu ne-a iubit de-n pe Fiul Său. E Crăciun, Crăciunul bun, bucurie de Crăciun. E Crăciun, e Crăciun, oamenii spun. E Crăciun, Crăciunul bun, bucurie de Crăciun. Dumnezeu ne-a iubit de-n pe Fiul Său. E Crăciun, Crăciunul bun, bucurie de Crăciun. E Crăciun, Crăciunul bun, bucurie de Crăciun. Dios de binecuvântare.